мы собрались на концерт Биг Бенда музыкального училища имени Балакирева. Я напомнила вам, что Биг Бенд, большой джазовый оркестр, существует в училище с 1981 года. Больше 40 лет. В былые годы им руководил бенд-лидер Юрий Михайлович Абрамов. И старошилы джазового сообщества знают этот биг-бенд по выступлениям на джазовых фестивалях, которые проводил молодежный музыкальный клуб ДК имени Сергея Орджоникидзе. Вот уже много лет биг-бендом руководит другой бенд-лидер, эксперт джазовой биг-бендовой традиции в нашем городе, рыцарь биг-бенда, организатор, аранжировщик, композитор, барабанщик, преподаватель Михаил Петропавловский. Биг-бенд – это оркестр, который существует при эстрадно-джазовом отделении. Через него проходят все студенты, инструменталисты, вокалисты. Они постигают здесь искусство импровизации, чувство ловли, окунаются в бездонный мир джазовых стандартов. Познают искусство быть биг-бендом. Сегодня вас ждет большая джазовая программа. И открывает ее композиция, которую написал много лет назад Херби Хэнкок. Еще молодой, но уже известный. Уже позади написанный годами «Лонгмен». Уже известна композиция «Остров Канталупа». Уже известна «Мичел Крю» с Майлсом Дэвисом. И обозначены дороги джаз-рока. Это джазовая баллада, которая была переделана под оркестр Бинси Джонса. И называется она «Tell me a bedtime story». Что-то типа «Расскажи мне сказку на ночь». Встречайте! Биг-бенд Нижегородского музыкального училища имени Балакирева.